Здесь такое поле красивое, ромашечки. Птички поют, зелень. Ой, кто-то огукает. Давайте-ка посмотрим. Повернемся и посмотрим. Ой, это же Роберт Джеймс. Он впервые попал в ромашковое поле. Впервые в жизни. Роберт попал в ромашковое поле. Роберт, а где ты находишься? Расскажи нам. Где находится Роберт Джеймс? Он в Переславле-Залесском. Вот. В ромашковом поле около Переславля-Залесского. Это его первое дальнее путешествие. Вчера он вечером, когда заснул, то сел в креслице и поехал в Переславль-Залесский. Переночевал в отеле «Азимут». 4 звезды, между прочим. Поросятам меньших и не живут. Ну и потом с утра решил отдохнуть в ромашковом поле. Ров, ты большой молодец. Очень интересную жизнь ведешь. Надо его переложить. Надо его переложить, да. Сейчас помогите мне, пожалуйста. Хорошо, я обязательно помогу. Ровик, ты ведешь очень интересную жизнь, и мне кажется, что у тебя сегодня еще будет очень много веселых приключений. Поехали в сам Переславль-Залесский и посмотрим там на разные древности. Да? Поехали. Поехали.